Всем привет, с вами Фома ТВ, и сегодня я вам покажу, что можно сделать из остатков стали. Так, ну нам понадобится маленький кусочек любой стали и нарисовать там ножик, который вы хотите его вырезать. Ну вот, придал я форму нашему ножу, и сейчас буду делать спуски. Ну и теперь я весь нож прошкурил наждачной бумагой, разной зернистостью. Ну а теперь я буду делать ножны. У меня вот есть вот такие две дощечки бука, и нужно вырезать небольшие углубления для нашего ножа. Ну и когда наши ножны склеились, то нужно придавать форму топором. Ну а после топора дорабатываем напильником и потом наждачной бумагой. Ну вот так вот у меня получилось, и теперь я пропитаю в льняном масле. Ну вот так вот у меня получилось. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пиши хороший комментарий, и этот комментарий попадет в следующее видео.